Это лекция по статистике. Основной упор мы делаем на контраст гипотез. Но я очень прошу, если кто-то имеет отношение к статистике или хочет в ней разобраться, вам нужно эту лекцию выключить. Потому что эта лекция исключительно для студентов-медиков, тех, которые учились в России. Почему? Потому что, к сожалению, вот та медицинская статистика в таком формате, которым ее понимают на Западе и в США, до сих пор в наши программы в России не введена. При этом студенты-медики зарубежные, они прекрасно щелкают задачи. И, наверное, основную проблему составляет как раз контраст гипотез и различные методы, которые используются, такие как TestUden, да, там ANOVA. И вот наши студенты в этом, к сожалению, совершенно не разбираются, но при этом нужно каким-то макаром ответить на экзаменационные вопросы. И отвечать нужно уметь быстро. То есть не каждый биостатистик сможет сдать подобный экзамен, потому что вам нужно очень быстро уметь отвечать на вопросы. Значит, эта лекция, она именно для подготовки к экзамену, поэтому ее нужно будет прослушать еще несколько раз непосредственно перед экзаменом. Поэтому она будет находиться в рубрике «Экзамен близко». Мы рассмотрим разные параметры с акцентом на контраст гипотез, да, или проверку статистических гипотез. Если вы хотите углубиться в медицинскую статистику, понять азы, то я очень рекомендую вот эту вот переведенную книжку. Она именно вот прям по порядку объясняет очень доступно многие вещи. Но мы, в свою очередь, постараемся когда-нибудь выпустить блок лекций по медицинской статистике, по ее азам. Теперь поехали. Значит, нам понадобятся некоторые параметры, которые нужно будет обсудить. Некоторые вещи, некоторые термины. И мы начнем с формирования выборки. Что такое выборка? Значит, представьте, что вам нужно сделать исследование. Например, вы хотите ввести какой-то препарат, какой-то, или, например, вакцину. Да? Соответственно, вакцинировать всю страну одномоментно вы не можете. Вам нужно проверить эту вакцину. Как проверить, как она будет работать, да? Будет ли формироваться иммунитет, не будет ли каких-то побочных эффектов. Вы это делаете на небольшой группе людей, но эта группа людей должна представлять всю вашу страну. То есть в эту группу людей должны входить все те, кого вы собираетесь вакцинировать. Ну, взрослые так взрослые, дети так дети. Конечно, эксперименты на детях у нас не проводятся, но так или иначе. Значит, если вам, например, нужно посмотреть, как действует какой-то фактор риска, опять же, вы в выборку, за которую собираетесь наблюдать, или анализы, которые вы собираетесь брать, у вас в эту выборку должны быть включены все те лица, на которых этот фактор действует. Если это женщины, значит женщины. Если женщины и мужчины, значит женщины и мужчины. И так далее. Выборку можно формировать разными способами. Это может быть строгий отбор. Например, когда у вас идет клиническое исследование, и вы проверяете токсичность препарата. Сначала вы проверяете токсичность препарата на здоровых добровольцах. Значит, в вашу выборку войдут несколько человек абсолютно здоровых, молодых, крепких, тех, на которых вы просто посмотрите, как этот препарат себя ведет в человеческом организме. При этом, естественно, вы не берете каждого встречного, поперечного. И, наконец, вероятностная выборка – это когда, наоборот, вы выбираете рандомно. И она такой и должна быть. Вы определяете круг ваших лиц, которые должны быть включены, например, все женщины старше 40 лет или все население, то есть мужчины, женщины и дети. И тогда вы включаете абсолютно всех. И вот из этих вот всех вы набираете себе группу людей. Вот эта группа людей, за которой вы будете наблюдать, она набирается рандомно. Никто не включается туда, потому что он хочет включиться. Иногда такое бывает, и когда, например, тестируется какой-то экспериментальный препарат, а человек имеет какой-то сложный диагноз, и ему уже существующие схемы лечения не помогли, он просит включить его в это экспериментальное лечение. К сожалению, это может подорвать результаты этого экспериментального лечения, так как этот человек уже, да, то есть он получается не рандомно, он включился добровольно, он уже прошел все виды лечения и так далее и тому подобное, то есть его довольно сложно включить, даже если он очень хочет. Что такое рандомно? Рандомно – это совершенно случайно. Вот представьте, вот у вас группа человек, которые согласны принять участие и которые подходят, и вы из этой группы должны набрать людей.
Набираются так. Значит, если ваш сосед попал в выборку, то, в принципе, и вы тоже можете попасть в выборку, потому что вот это вот попадание, оно абсолютно рандомное. Угу. Бывают ситуации, когда группа разделена на слои, то есть стратифицирована. Ну, например, вы проверяете какой-то препарат, да, против там, гиперхолестеринемии и гиперлипидемии, и у вас получилось, что вы набрали определенно молодых людей с заболеванием гиперлипидемия и пожилых людей, потому что у них в силу возраста наблюдается. И у вас получилась такая расслоенная выборка, в которой входят люди пожилого возраста и люди молодого возраста. И вам в таком случае нужно набрать равное количество людей как из одной группы, так и из другой группы. То есть просто равное количество. Там более сложные процессы, но это опять же не в данной лекции. Значит, систематическое. Систематическое – это когда как раз идет набор, да, там каждый, например, через каждые 3, через каждые 5. То есть получается, что если ваш сосед попал в выборку, то вы уже туда не попадете. И, наконец, конгломераты – это когда вы из вот этого всего, у вас есть некие конгломераты, вы уже из этого конгломерата выбираете то, что вам нужно. Другой момент, который нам нужно обсудить – это переменные. Переменные бывают качественные, бывают количественные. В принципе, ничего сложного нет, но на экзамене начинается ступор. Почему? Потому что они могут по-разному называться, это во-первых, а во-вторых, нужно потом будет понимать, что такое параметрические и непараметрические данные. Вот качественные, да, качественные переменные, они относятся к непараметрическим. Непараметрическим, то, что посчитать нельзя. Вы, конечно, можете их закодировать каким-то образом, например, обозначить 1, 2, да, там пол женский, да, женский 1, мужской 2, или наоборот. Или заболевание, есть или нету, там 0, 1, нет, это 0, 1, это есть. Вы их можете закодировать, но вы их не можете посчитать. Итак, качественные переменные, их можно подразделить на 3 вида. Дихотомические, или еще их называют бинарные. Это те, которые двоятся, то есть они фактически формируют вам 2 группы. Это, как уже я упомянула, пол женский-мужской, третьего не дано. Это, например, отношение к курению, курит-не курит, третьего не дано. Есть недихотомические, то есть те, которые распаляются, да, то есть они делятся на гораздо большее количество групп. В частности, национальность. Или порядковые, например, уровень дохода. Да, то есть то, что мы можем еще и распределить по порядку. С количественными переменными все просто. Единственное, что нужно запомнить, слово дискретные, потому что когда вы сталкиваетесь с этим словом, вы остаетесь в ступоре. А что такое дискретные? Дискретные – это те, во-первых, они ограничены, а во-вторых, они обычно целые. Что это такое? Вот, например, количество беременностей. То есть у женщины не может быть 2,5 беременности, это целые числа. Да? То есть у женщины либо 2 беременности, либо 3. По-другому не может быть. И все-таки это некое ограниченное число. То есть женщина может забеременеть ограниченное количество раз в своей жизни. А вот непрерывные переменные, они более протяженные, и у них еще могут быть, может быть, там какое-то дробление. Ну, например, плод человека, да, в утробе может весить килограмм, а самый тяжелый человек в мире, я не знаю сколько, ну, допустим, 400 килограмм. И таким образом получается, что от килограмма до 400 наша линейка состоит, так еще и мы можем получать дробные числа, например, 73,5 килограмма. Еще один момент обсуждаем. Это показатели центральной тенденции. Тоже обязательно нужно обсудить. Значит, большинство биологических процессов подвержено в природе вот такому нормальному, стандартному распределению, точнее, симметричному, да, симметричному. Ну, например, возьмем вес человека, да, то есть в природе есть люди с очень маленьким весом, их вот такое количество, и люди с большим весом, их вот такое количество. Значит, чтобы было понятнее, на оси X отложен вес. То есть здесь вес маленький, здесь вес большой. Здесь вес, не знаю, взрослого человека, например, возьмем 35 килограмм. И здесь вес взрослого человека возьмем 300-400 килограмм. Да? То есть и таких будет мало. А вот средний вес во всех, наверное, ну, всего человеческого
население составляет, ну, например, взрослого мужчины, не знаю, там 70-80 килограмм, да, это будет наш средний. И при этом и среднеарифметическая, и медиана, и мода, все они будут совпадать, они все будут находиться на одной линии. Я сейчас более подробно объясню, что такое мода, что такое медиана, что такое средняя на асимметричном распределении. Значит, асимметричное распределение может быть вот с таким, да, распределением, так называемое отрицательное направление, и так называемое положительное направление, или же с отрицательной асимметрией. Значит, давайте посмотрим, почему же там среднеарифметическая, медиана и мода не будут совпадать. Это больше, проще всего объяснить на графике зарплат. Значит, нас, как нас обманывают, да? Объясняю. Вот, например, нам говорят, что... Секундочку. Значит, представим себе ситуацию. Какая-нибудь уездная больница, не знаю, дальний провинциальный город. Там работают 10 человек медицинского персонала из врачей. Да? Значит, на этой кривой мы будем откладывать количество человек. А на этой оси мы будем откладывать их зарплату. Значит, у нас работает 10 человек. 7 из них получают вот такую маленькую зарплату. 20 тысяч рублей. 7 человек, ну, допустим, возьмем здесь вот 10, да, это будет цифра 10, это будет цифра 1, один человек. Значит, рисуем столбик. Вот эти люди, их 7, получают зарплату в 20 тысяч рублей. Один человек, главный врач этой больницы, постоянно штрафуя своих сотрудников, кладет себе в карман 500 тысяч рублей. Он такой один. И два друга врача главного получают зарплату, их двое, да, их двое, два человека, получают зарплату в 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей. Теперь, если мы возьмем среднеарифметическое, как считается среднеарифметическое? Или чаще всего его называют просто средний. Берут сумму всех показателей и делят на количество вычислений. То есть мы берем 7 человек у нас получает по 20 тысяч рублей. 7 по 20 тысяч рублей. Плюс 2 человека, которые получают 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей. И плюс один человек, который будет получать 500 тысяч рублей. А всего в больнице получается работает вот этих 7, этих 2 и этот 1. Да? То есть всего работает 10 человек. Умножаем. Получается 140, 80 и 500. Значит, всего получается у нас, если я правильно считаю, 720 делить на 10. То есть, согласно отчетам данной больницы, средняя зарплата врача будет составлять 72 тысячи рублей. Очень хорошая зарплата для уездной маленькой больницы. Что делать, чтобы не обманываться с таким асимметричным распределением? Да? То есть, у нас распределение зарплат не вот такой кривой сейчас подвержено, а у нас вот такая кривая получилась. Да? В этой ситуации нужно попросить не среднеарифметическое, а нужно попросить, ну, например, давайте разберем на примере медианы. Медиана. Что такое медиана? Медиана – это когда мы берем ряд, внимание, упорядоченных чисел, потому что у нас здесь мог быть, например, один человек, который получает 10 тысяч рублей. Это человек, которого не любит главный врач. Да? Нам очень важно в этой ситуации упорядочить эти числа. И медиана, она, если мы помним из курса геометрии, да, это что-то, что делит пополам. Ну вот, она и будет делить пополам. Она, по сути, занимается тем, что если мы возьмем
на некой прямой отложим упорядоченное внимание, именно упорядоченное количество измерений. То есть, например, вот этот человек 20 тысяч получает, этот 20 тысяч получает, этот 20 и так далее, да? 40, и потом один человек 500. То есть нам их нужно упорядочить. А медиана будет проходить ровно в середине. То есть она будет оставлять 5 замерений здесь и 5 замерений там. Почему я беру 5? Да? То есть потому что у нас было изначально 10 человек в больнице. Точнее, вот эта вот цифра, да, 10 человек в больнице. Соответственно, 5 из них будет получать такую зарплату, и 5 из них будет получать большую зарплату. А вот это будет их медиана. И вот тогда вы сможете сказать, что я знаю, что 50% населения, 50% персонала будет получать меньше данной цифры. Меньше данной цифры. Если мы нанесем медиану, значит, если мы получали среднеарифметическое, да, считали, у нас оно получилось вот здесь, получилось 72 тысячи рублей, то медиана у нас окажется где-нибудь вот здесь. И вот здесь вот окажется, что как раз большая часть, точнее, она попадет вот в эту вот, вот именно конкретно в данном примере, она попадет вот в эти вот 20 тысяч рублей. И тогда мы скажем, что я точно знаю, что половина персонала получает 20 тысяч рублей, точнее, меньше 20 тысяч рублей. А другая половина персонала получает больше 20 тысяч рублей. Вот о чем нам скажет медиана, да? В данном случае она попадет в этот. И примерно то же самое происходит с модой. Что такое мода? Мода, вдумайтесь в это слово, да? Это что-то, что популярно, что-то, что распространено. Так вот, мода – это значение, которое встречается наиболее часто. Наиболее часто. Опять же, мы берем и начинаем считать. Вот по 20 тысяч у нас встречается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 40 тысяч у нас встречается 1, 2. И 500 тысяч у нас встречается 1. Где будет мода? Мода будет здесь, да? Потому что вот это значение будет встречаться наиболее часто. И тогда я могу сказать, что самая частая зарплата, самая, ну, средняя, да, то есть чаще всего встречается зарплата в 20 тысяч рублей. Не говорите мне, что средняя зарплата 72 тысячи рублей. Скажите мне, какая зарплата встречается среди медперсонала чаще всего. И это будет правдой. Следующий момент, с которым тоже нужно познакомиться, это процентили. Процентили, ну, просто вы будете сталкиваться именно в задачках, там где-то вот, и нужно понимать, что такое процентиль. Значит, максимальное значение – это так называемый сотый процентиль, да, вот посмотрите, вот эта кривая, то есть вот здесь 100% моей выборки, сотый процентиль. То есть 100% наблюдений будет меньше, чем сотый процентиль. Меньше, чем сотый процентиль. Медиана при нормальном распределении будет, ну, она и не только при нормальном, она, медиана у нас, в принципе, да, делит все пополам, поэтому 50% наблюдений будут меньше нее, а 50% наблюдений будут больше нее. Это только то, что касается медианы, потому что она делит пополам. Вот это медиана. И, наконец, когда мы говорим слово квартиль, его еще могут обозначать вот так, смотрите, Q1. Да? Это первый квартиль. Что значит первый квартиль? Первый квартиль – это вот он. Это ваше 25 процентиль, то есть слева от него будет 25% ваших наблюдений. Как могут еще обозначать? Значит, смотрите, медиана, да, которая все делит пополам, это так называемый 50-й процентиль. Посмотрите, как пишется. ПЦ, да, 50.
Или же второй квартиль. Квартиль от слова, ну, кварта, да, то есть четвертая часть. Раз четвертая часть, 1/4 часть, 3/4 часть, 4/4 часть. То есть это будет второй квартиль. Угу. Третий квартиль, здесь он будет находиться. И он будет соответствовать скольким процентам? 75, 25 плюс 25 плюс 25. И, наконец, четвертый квартиль, это 100%. Надеюсь, с этим как бы проблем не возникнет. Тут проблемы только именно в написании и понимании, как это должно выглядеть. Так, теперь посмотрим, что же касается симметричного распределения и эксцесса. Это я пробегусь, потому что очень скользкая тема. Встречала пока что только вот те вопросы, которые я просмотрела, я встречала в европейском экзамене и не видела вот эти вот оценки концентрации в экзамене в США. То есть там немножечко другая система. Все, что нужно для себя вынести с этого слайда, значит, первое. Во-первых, мы, когда приступаем к исследованию, мы оцениваем симметричность распределения. Это делается как раз, когда мы перейдем к оценке гипотез, мы будем говорить там о параметрических, непараметрических и так далее. Там тоже это немножечко влияет. Значит, для оценки симметричности распределения используется так называемый коэффициент Фишера. И вот для экзамена нужно будет запомнить, что если коэффициент Фишера, который G. Значит, если у нас G будет меньше единицы, значит, распределение несимметричное. Несимметричное. Если G будет равно единице, то оно будет симметричное. И если G больше 0, то это вот такое, да? Это то, что мы сейчас мы уже видели, да, там положительное, отрицательное. Главное, что вы ориентировались, что такое коэффициент Фишера для оценки симметричности и что он значит. G меньше единицы, несимметричное, вот такое. G больше единицы, несимметричное, вот такое. Потом оценивают концентрацию данных или так называемый коэффициент эксцесса. Здесь используется другое, так называемое G2. Посмотрите, здесь G1, поэтому я их, собственно, вместе и поставила. Значит, если G2 меньше 0, то тогда низкая концентрация. Посмотрите, данные распределены, довольно широко, да, то есть результаты ваших вычислений, они не сконцентрированы в какой-то одной точке. Если G2 равно единичке, то это говорит о нормальной концентрации. Вот такое вот типичное, вот это наша кривая, да, типичное наше распределение. И, наконец, G2 больше 0 – это высокая концентрация. У нас практически все данные оказались в одной точке. Все остальные, их не так много. Да? И, наконец, мы перейдем к проверке гипотез. Значит, представляете, что вы выдвигаете, ну, например, вы проверяете препарат какой-то. Да? Значит, проверка, первая гипотеза, которая всегда выдвигается, с чего начинается ваше исследование, вы не можете утверждать, что ваш препарат работает. Поэтому вы всегда выдвигаете первую, так называемую, нулевую гипотезу. И эта нулевая гипотеза гласит, что препарат не работает. Я буду все на примере препарата, чтобы не запудривать мозги, хорошо? Значит, нулевая гипотеза, мы говорим, препарат не работает. И противопоставление этой нулевой гипотезе – это альтернативная гипотеза, когда мы говорим, препарат работает. Итак, значит, вы должны запомнить первое, что есть понятие гипотезы нулевой, это когда мы говорим, что не работает, или есть понятие альтернативной гипотезы, это когда препарат работает. Как понять, работает или не работает? Мы будем сопоставлять две группы пациентов, и если, например, мы даем одной препарат, а другой плацебо, и
разницы между этой группой в итоге мы не находим. То есть, например, как у них были ферменты печени повышены, так и остаются повышены. Или как были триглицериды повышены, так они остаются повышены. То есть, разницы между вашими двумя группами нет. Это будет говорить за нулевую гипотезу, за то, что препарат не работает. И наоборот, если одной группе вы даете препарат испытываемый, а другой группе вы даете плацебо, и вы регистрируете явную разницу между теми и другими, то есть те, которые принимали ваш препарат, у них, вот, например, холестерин снизился значительно, со статистической значимостью, то вы говорите о том, что да, разница между группами есть, разница между группами достоверна, и это говорит о том, что у вас поддерживается альтернативная гипотеза, препарат работает. Там все не так гладко, там все очень сложно. Но все, что вам сейчас нужно запомнить, существует нулевая альтернативная гипотеза, нулевая, мы говорим, не работает, разницы между группами нет. И вторая альтернативная гипотеза, разница между гипотезами есть. Значит, как идет процесс проверки этих гипотез? Вот вы их выдвинули, это был первый этап вашего исследования. Потом вы принимаете решение о критерии, вычисляете этот критерий и, наконец, сравниваете критерии со значениями из известного распределения вероятности. А потом начинаете интерпретировать значение P. И на это как раз и будут экзаменационные вопросы. Например, о том, какой критерий нужно принять для решения данного вида задачи. И вот тут наступает ступор, да, или как интерпретировать значение P, тоже наступает ступор. Вот это мы сейчас и будем разбирать. На этом слайде уже представлено то, что я говорила, что нулевая гипотеза – нет разницы между препаратами или нет разницы между двумя группами, да, пациентов. И H1 обозначается альтернативная гипотеза, когда разница между препаратами существует или разница между группами существует. Что мы делаем с помощью этих гипотез? Мы оцениваем, насколько вероятно, что данные исследования были получены случайно. И вот теперь мы смотрим критерии для проверки гипотез. Вот с этого момента нужно будет лекцию, наверное, несколько раз просмотреть. И я заранее извиняюсь перед всеми биостатистиками, потому что здесь вообще все очень далеко от статистики, это просто для студентов какая-то тупая мнемоника такая. Но она необходима именно для экзамена. Значит, первый момент. Переменные. Значит, от чего зависит критерий, который мы выбираем? Критерий зависит от нескольких вещей. Первое из них – это данные. Данные могут быть числовыми, и данные могут быть качественными. Данных может быть несколько групп, а может быть одна группа. И вот это все будет влиять на критерий. Давайте смотрим на первую схему. Здесь представлены числовые данные. Если числовых данных одна группа, то тогда мы используем T-критерий студента. Если числовых две группы, а они могут быть, в свою очередь, зависимыми и независимыми. Здесь, в принципе, мы тоже используем критерий, T-критерий. Но если у нас зависимый, то мы используем парный, а независимый – непарный. В принципе, запоминаем, да, сейчас пока что T-критерий. Все хорошо. Альтернативой T-критерию будет являться критерий Вилкоксона. И второй момент – это если групп данных более двух. Все, если групп данных более двух, T-критерий использовать не можем. Значит, если на экзамене попадается какая-то задача, и вы видите, что переменные там числовые, ну, например, уровень холестерина, не знаю, там еще что-то, то тогда вы говорите о критерии студента при условии, что у вас групп данных немного, то есть одна или две. Если групп данных будет более двух, то тогда вы используете так называемую ANOVA. ANOVA. Это два основных параметра, которые встречаются на всех экзаменах. И T-студента, и ANOVA встречаются как на европейских, так и в США.
Остальные параметры чаще всего встречаются в европейских экзаменах. Европейский экзамен по статистике более сложный, чем США. Поэтому здесь пришлось углубиться. Значит, есть еще и так называемый Kruskal-Wallis. Вот так пишется, на всякий случай. И нужно еще знать коэффициент корреляции Пирсона. Но это более глубоко. Значит, основное, что вы должны запомнить сейчас, это Т-критерий студента. Парный, непарный. Все, вот до двух групп, все, Т-критерий студента чаще всего выбирайте. Если групп более двух, тогда говорите об ANOVA. Второй момент. Когда у вас бывают не числовые данные, а категории. Категории. Помните, когда я вам говорила про данные, что они могут быть такие, как там пол или наличие, отсутствие заболеваний или еще что-то такое, то, что мы посчитать не можем. Если у нас в категории только две группы, то мы используем так называемый Z-критерий, то есть это точнее как бы до двух групп, да, менее двух категорий. При этом одна группа, тогда Z-критерий. Если две категории, две группы, которые могут быть в свою очередь зависимые и независимые, да, то мы используем для зависимых критерии Макнемара, а для независимых Чи квадрат. И во всех остальных случаях не числовых данных мы используем Чи квадрат. То есть все, что нужно запомнить сейчас, что если у нас какие-то данные не параметрические, то есть не числовые, если мы меряем категориями, тогда мы смотрим на количество этих данных. Если категорий менее двух и одна группа, тогда Z-критерий. Если категорий менее двух, две категории, и они зависимые, тогда критерий Макнемара. Если независимые, то все, тогда уже Чи квадрат. То есть все, два параметра запомните, в остальных случаях Чи квадрат. Теперь тупые дурацкие мнемоники. Поэтому я прошу прощения, потому что они вообще настолько далеки от статистики, то это даже немножечко стыдно. Значит, как запомнить, когда используется Т-критерий студента? Значит, напоминаем, Т, во-первых, студент – это студент, да, ассоциируем со студентом, и Т ассоциируем с тестостероном. Итого, тестостерон мы можем замерить, правильно? То есть у нас есть конкретное число тестостерона. Ага, значит, Т-критерий студента – это тестостерон, например, у студентов. Угу. Некий количественный параметр, да, числовое, числовая данная, одна группа, то есть замерение количества тестостерона у студентов. Запомнили. Теперь другая ситуация. Когда мы, например, померили, значит, если у нас более двух групп, то мы должны помнить про коэффициент корреляции Пирсона. Значит, как запомнить, что коэффициент корреляции Пирсона – это для более двух групп числовых данных? Мы представляем себе пирс, на котором, да, происходит загрузка каких-то грузов, контейнеров, да, вот эти морские суда там, не знаю, какие-то подплывают. И для того, чтобы погрузить эти контейнеры на эти суда, нам нужно знать несколько параметров. Например, сколько контейнеров вмещается объемом, вмещается на это судно. Сколько контейнеров мы должны поместить. Второй момент, сколько весит каждый контейнер. И, например, какой объем у этого контейнера. Да, то есть форму 3D мы можем соблюсти для этого судна, расставив эти контейнеры на нем. То есть представляем для коэффициента корреляции Пирсона, это пирс с различными грузами. Сколько контейнеров, сколько весит контейнер, какой объем контейнера. И таким образом мы говорим именно о числовых данных, но их более двух групп. Угу. Другая ситуация. Значит, когда мы, опять же, говорим про Т-критерий студента, но у нас уже две группы числовых данных. В одном из них, допустим, будет студенты. Здесь не очень хорошо приведен пример, потому что это категориальная, да, данная. Но, допустим, мы будем замерять тестостерон у групп мужского и женского пола. Таким образом, это будут два взаимосвязанных параметра.
И мы понимаем, что для двух групп данных мы можем использовать, которые еще взаимосвязаны между собой, мы будем использовать парный Т-критерий. Когда мы будем делать лекции касательно именно медицинской статистики и будем разбирать Т-критерий студента, там мы будем говорить об этом более честно, да, и разбирать какие-то примеры. Но сейчас это просто дурацкая мнемоника для того, чтобы это подготовить для экзамена, для того, чтобы правильно ответить на вопрос. И, наконец, как запомнить, когда используется ANOVA. Значит, представь, вот ANOVA это А новенький. Значит, откуда это всплывает? Представьте себе ту же группу студентов. Раньше вы замеряли тестостерон только среди мужчин и женщин, да, то есть мальчиков и девочек. А теперь у вас появился еще какой-то новый студент из другой страны. И вы должны понимать, что есть расовая национальная разница между уровнем тестостерона. И поэтому он будет вносить в ваши числовые данные третью группу, да, то есть третью группу переменных. Опять же, не очень хороший пример, потому что национальность, раса и так далее – это все категориальные вещи. Это не относится к критерию студента, но вам это поможет распределить как бы у себя в голове, когда мы используем. То есть вам нужно тупо запомнить вот эту схему, что при числовых данных мы используем либо критерий студента чаще всего, либо ANOVA. Т-критерий до двух групп данных, ANOVA при большом количестве данных. Угу. И Пирсона коэффициент тоже для большого количества данных числовых. Да, мы вспоминаем пирс, контейнеры, которые нужно погрузить. Теперь для категориальных. Вы видите, что в большинстве случаев мы используем чи-квадрат. Там есть свои условия, конечно, применения этого параметра. Опять же, это будет в каком-то дополнительном цикле лекций. Но сейчас нужно запомнить. Значит, чи-квадрат, он же еще называется хи-квадрат. Вот, но оставим чи-квадрат, как он как-то вот фигурирует, поэтому от него и придумаем мнемонику. Значит, чи – чихают. Если мы распределим людей, например, чихают, не чихают, да, это категориальная вещь, это нельзя посчитать, то есть это какой-то показатель, который есть или нет. То есть, например, аллергия есть на лилии или аллергии нет на лилии. К примеру, так, да, то есть чихают, не чихают. И теперь вам нужно еще запомнить, что этот критерий используется для больших выборок. Но так как аллергия у нас вещь очень распространенная, то сразу запоминаем, что аллергия, что-то распространенное, да, большие выборки. И во-вторых, то, что мы можем использовать это для более двух переменных, более двух категорий. В остальных случаях просто тупо запоминаем, что если одна группа, то Z-критерий, если две группы зависимых, то критерий Макнемара. Есть и другие виды статистических критериев. Я говорю, все не так просто, как бы, и поэтому просто мы пытаемся запомнить какие-то дурацкие мнемоники. Например, когда у нас сопоставляются какие-то количественные характеристики и время. Чаще всего мы это встречаем в выживаемости. Самое часто то, что встречается, это кривая Каплана-Мейера, я ее покажу. И, наконец, можно познакомиться с регрессионными методами, линейная, множественная регрессия, логистическая, пуассоновская и так далее. И мы с вами разбирали еще корреляцию, да, это была отдельная лекция, когда нам нужно установить как бы уровень, то есть именно корреляцию между параметрами. Мы там рассматривали Пирса и Спирмена. Для этого есть отдельная лекция, ссылку оставлю. И теперь еще нам нужно вот эту краткую таблицу, она в принципе говорит вот об этом же, да, вот об этом же, то есть она ее как бы подсчитывает, да, подбивает. То есть это просто другая форма представления данных и плюс некоторые заметки. Значит, смотрите, когда у вас на экзамене появляется задача, первое, на что вы будете должны обратить внимание, это то, что вам говорят. Распределение параметрическое, то есть параметрическое, непараметрическое. Они прямо эту фразу будут ставить, то есть параметрическое, непараметрическое. И уже в зависимости от этого
Распределение, значит, что такое параметрическое? Это нормальное, такое типичное гауссовское распределение. Это будет параметрическое. Непараметрическое – это когда у вас какие-то выскакивающие значения, какие-то группы не совсем равномерно неравномерным распределением, да, то есть там какие-то но вам это напишут прям в задаче строчкой, да, то есть буквами. Параметрическое, непараметрическое. И уже в зависимости от этого вы должны будете выбрать критерий. С параметрическими просто. Если распределение хорошее параметрическое, то это либо тест-юдент, либо ANOVA. Что еще влияет на параметрическое и непараметрическое? Данные, если они числовые, то это опять же берете параметрические вещи. Если данные категориальные, да, то есть, например, пол, да, там страна, национальность, что-то такие вот вещи, то тогда вы берете уже не параметрическое распределение. Если выборка очень маленькая, это тоже будет к непараметрическим, да, то есть параметрически это когда вы полностью удовлетворили, когда у вас прям все полностью симметрично, красиво, типичное гауссовское распределение, количественные показатели. И тогда вам думать не надо, тогда там однозначно либо будет тест-юдент, либо ANOVA. От чего будет зависеть либо тест-юдент, либо ANOVA? От количества переменных, от количества и только. Значит, если переменных будет менее двух, то это тест-юдент. Если переменных будет много, то это будет ANOVA. Неважно, зависимые они или независимые, потому что критерий студента тоже бывает разный. Поэтому главное запомнить тест студент, да, то есть там у вас, например, будет выбор не там какой-нибудь для непарных, да, там парный-непарный, да, критерий студента. И второй момент, значит, вот все начинается, самая каша начинается, когда у вас что-то непараметрическое. Чаще всего непараметрическое именно из-за данных, то есть они, скорее всего, какие-то не количественные. Или выборка маленькая, что-то, ну вот чаще всего встречается вот эта мишура, из-за которой вам приходится ковыряться не с вот этими параметрами, а с другими. Значит, как их запомнить? Аналогами для тест-юдента, то есть у нас все хорошо, у нас какие-то, да, там, это мы различаем, оценка различий, это тоже, кстати, момент, да, когда вас спрашивают именно оценку взаимосвязи показателей и оценку различий показателей. Различия – это когда мы вот как раз проверку гипотез, да, когда мы говорим, есть ли пытаемся понять, есть различия между группами или нет, которых мы кормим плацебо и препаратом. И наоборот, когда мы ищем оценку взаимосвязи. Оценка взаимосвязи, это мы и в другой лекции я объясняла, да, там про Пирсона R и про Росс Пирмана. Это я рекомендую отдельную лекцию посмотреть, чтобы оно лучше улеглось. Значит, когда мы именно говорим о сопоставлении гипотез, да, гипотез, и когда мы ищем различия между этими гипотезами, чтобы подтвердить, что наш препарат работает, вот тогда мы начинаем дергать вот эти вот тест-юдент и ANOVA. Отлично, теперь у нас возникли какие-то проблемы, у нас непараметрические данные. Пол, например, да, что-нибудь такое, вот мужской, женский, еще что-то. Начинаем думать. Значит, первый параметр Mann-Whitney. Он является аналогом тест-студента. Его применяете тогда, когда вам в задаче говорят, что выборка была меньше 30 человек. Например, исследование проведено на 27 людях. Данных будет много, написано будет много. Вам не скажут непараметрическое распределение, вам скажут то-то, там, не знаю, был исследован препарат на группе пациентов, там вам перечислят какие-то показатели крови этих пациентов и так далее и тому подобное. Единственное, что вам скажут, что было проведено на 27 человек, да, в это исследование вошло 27 человек. И вот это у вас должно включить в голове, что ага, выборка маленькая, до 30 человек, значит, мы используем
для оценки различий мы используем непараметрические параметры, да, вот эти вот непараметрические критерии. И конкретно для выборки до 30 человек мы используем Манн-Уитни. Только это должно щелкнуть в вашей голове. Больше вам просто ничего не скажут, никаких подсказок не будет, и будут только варианты критериев, которые вы должны выбрать. Второй момент, значит, чи-квадрат. Значит, если мы обратимся опять к нашей, вот сюда, вот к нашей схемке, вы помните, что чи-квадрат используется. Почему не параметрический? Потому что мы для категории его используем. И он используется чаще всего, да, для больших каких-то выборок, когда у нас две и более категорий, все как бы хорошо, но есть одно но. Есть одно но. Дело в том, что там составляется такая табличка, и если в этой табличке будет какое-то значение, одно из значений, значений меньше 5, то вы должны, ну, например, у вас будет 4 человека, которые не проявляли признаков там, ну не знаю, там анемии, вот что-нибудь в этом духе. То есть у вас один из параметров, люди, которые не были без анемии. Угу. Без анемии это уже какой критерий, какой параметр? Он уже, какое данное, значит, не параметрическое. Почему? Потому что это будет категории, да? Потому что это не то, что мы можем посчитать. Мы ставим 0 или 1, то есть есть анемия, нет анемии. Но посчитать мы это не можем. Соответственно, это уже будет относиться к чему-то из непараметрических будет. У нас, допустим, большая выборка, и среди всего этого, значит, у нас есть 4 человека, которые не проявляли признаков анемии. Смысл в чем? Что таких вот показателей, которых меньше 5, для использования вот этого чи-квадрата, чи-сквер, да, или хи-квадрат, ну, неважно, их должно быть таких данных не более 20%. Если выяснится, что у вас там 4 человека, которые были без анемии, 4 человека, которые проявляли, не знаю, проявляли анемию только при каких-то условиях, например, да, в условиях отсутствия кислорода, сниженного количества кислорода, да, и так далее. Все, у вас уже два параметра, которые менее 5. Этих параметров должно быть не более 20%. То есть я, конечно, прошу прощения, что это все так сложно получается. Допустим, у вас было, не знаю, там, 100 человек, да? И вам вдруг говорят, что 4 человека, ну, 100 человек и 20%... Если мы их будем распределять по каким-то группам, да, там, допустим, если мы их будем по анемии какой-то там распределять, то у вас там 4 человека не проявляли признаков анемии, там 4 человека проявляли слабую анемию, у 4, там, допустим, 20 человек было с тяжелой анемией и так далее. И таких групп у вас набралось, ну, например, здесь сколько у нас там осталось? 28, соответственно. 72, да? 72. У вас получилось из всех данных, да, 1, 2, 3, 4. Всего 4 категории. Но при этом вот это будет 25% составлять, и вот это будет 25% составлять. То есть у вас критерий чи-квадрата вы уже не можете использовать, потому что у вас более 20% имеют значение менее 5. Вот, не знаю, донесла, не донесла мысль. Просто это нужно, наверное, на примере какой-то задачи разбирать. Но самое главное сейчас запомнить, что если у вас каких-то данных, да, если бы у вас было, например, 8 ячеек заполненных, и из них 1/4, и у вас 8 ячеек,
Да, то есть тут будет 10, тут будет 15, не знаю, 20, 60, 100, вот там, не знаю, 80, 90. То давайте возьмем 10 ячеек, да, для удобства подсчета, там 70, 90 тоже, нет, 95. Значит, у вас получается, что 4 представляет собой сколько процентов из всего этого? Всего 10%, правильно? Потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 1/10 часть данных представлена вот таким числом. То есть 10%. Это не превышает 20%. Значит, вы можете использовать чи-квадрат. Но я должна обратить внимание, что в некоторых почему-то данных, в некоторых экзаменах говорят о том, что если хоть одно данное менее 5, то мы не можем их использовать. В частности, вот эта вот книжка по медстатистике, она говорит хотя бы о одном числе. Но это не совсем правильно. Я так понимаю, что вот самый главный критерий – это 20%. Если не более 20% данных представлено числом меньше 5, тогда вы можете использовать чи-квадрат. 5 и меньше, да? Так, и, наконец, если ни то, ни другое вам не подходит, то есть вы поняли, что у вас непараметрические данные, значит, тест-юдента использовать вы не можете, да, непараметрические данные, тест-юдент не можете. Выборка нормальная, то есть не 30 человек. И чи-квадрат вам не подошел вот по каким-то таким параметрам, хотя чи-квадрат подходит почти всегда, да, но вот по каким-то таким параметрам он не подошел. Значит, последней инстанцией остается Фишер. Фишером можно посчитать практически все. Проблема в том, что он очень трудоемк в высчитывании, и поэтому его используют в последнюю очередь. Используют какие-то более простые вещи, и до него доходят тогда, когда у нас какие-то вот этим вот критериям не удается удовлетворить. Следующий момент, значит, опять же, непараметрические данные. Значит, вы не можете, у вас независимые переменные, их много, но вы поняли, что они у вас непараметрические, значит, ANOVA вы использовать не можете. Альтернативой для ANOVA является Kruskal-Wallis. Угу. Вот это выбирайте. Другая ситуация. Данные могут быть зависимыми, а могут быть независимыми. Значит, до этого мы все говорили про независимые данные. Наконец, мы переходим к зависимым данным. Опять же, если у вас простые числа, да, то вы тогда все организуете по принципу много категорий, мало категорий. Точнее, много групп, мало групп. Если групп мало, да, то есть до двух, тогда вы используете тест-юдента. Если групп много, тогда вы используете ANOVA. И совсем другая ситуация, когда у вас либо непараметрическое распределение, опять же, там какая-нибудь маленькая выборка, опять же, там что-то, какие-то вот данные не количественные, те, которые вы посчитать не можете, тогда вы переходите к вот этим вот критериям. Зависимые. К зависимым относятся, значит, альтернативы для тест-юдента, то есть если у вас всего две группы переменных, альтернативой является первая – Wilcoxon. Wilcoxon используется как бы для количественных. Ну, в каком смысле для количественных? Например, мы можем боль, да, боль, ну, как бы градуировать ее. Боли нет. Боль очень сильная, да, очень сильная. Мы можем построить шкалу. Боль слабая, боль просто сильная, да, сильная. И так далее. И каждому из этих показателей мы можем присвоить какое-то число. 1, 2 и так далее до 10. Таким образом, вот эти ранжированные числа мы можем применять как бы для обсчета. И вот Wilcoxon как раз для таких ситуаций. То есть 0, 1, 2, 3, то есть то, что мы так или иначе можем каким-то макаром посчитать. Макнемар ничего не считает. Макнемар, он только для качественных. То есть, например, мужчина, женщина. Макнемар. И, наконец, для зависимых параметров, которых много, да, много,
Мы используем для непараметрического распределения Фридмана. Итак, и наконец оценка взаимосвязи, другая лекция. Мы там чаще всего нас спрашивают про Пирсона, Р. Пирсона или Ро Спирмана. Это другая лекция, значит. Итак, чтобы подытожить, параметры могут быть, точнее, данные могут быть количественные и качественные. Если они количественные, и в задаче нам говорят, что распределение, которое мы получили, помните, мы оценку распределений, да, то есть там симметричное, несимметричное, вот это все, значит, нам сказали, что после всего этого распределение оказалось параметрическим, значит, парам. Все, тогда мы используем либо TestUdent, либо ANOVA. TestUdent для маленьких групп, ANOVA для больших групп. Точнее, если две группы, то TestUdent до двух групп. Если много групп переменных, то ANOVA. Это все хорошо. Но чаще всего у нас вплетаются так называемые непараметрические. Либо вам прям словом пишут непараметрическое. Это значит, что там что-то не то с выборкой. То есть она какая-то кривая получилась. Либо выборка маленькая выборка. Либо данные не количественные, а качественные, которые мы потом можем закодировать как количественные, да, как боль, но все равно они качественные. Значит, в этих ситуациях вы не можете использовать ни TestUdent, ни ANOVA. В этих ситуациях вы должны использовать один из этих критериев. Теперь опять же, значит, Ман Уитни и Чи-Сквер и Фишер являются альтернативой для TestUdent. Значит, где-то себе пишем TestUdent равно, здесь у нас параметрическое, здесь у нас непараметрическое. TestUdent равно Ман Уитни Чи, да, Чи квадрат, напишем вот так, и Фишер. Вот это три приятеля TestUdent для непараметрических. С оговорками. Этот для выборок до 30 человек, этот для данных, у которых 20%, не более 20% должно быть данных меньше, со значением меньше 5, и Фишер для всего остального, потому что трудоемкий. А ANOVA, у нее только один друг, Крускал Велес. Вот такую подсказку себе пишем. ANOVA, Крускал Велес. И, наконец, для зависимых данных пишем другую подсказку. Значит, зависимые. Проведем ассоциацию с наркоманами. Значит, кто у нас является наркоманами? TestUdent и ANOVA, как я уже сказала, вы можете использовать для параметрических. Теперь что будет происходить с непараметрическими? Друзья TestUdent, которые зависимые. Вилкоксон, Макнемар, да, Вилкоксон и Макнемар, два зависимых его товарища. Причем, если Вилкоксон еще способен что-то посчитать, например, для ранжированной боли, то Макнемар совсем плох, он совсем зависимый, он только для качественных данных, мужчина, женщина. И одним из зависимых друзей ANOVA является мистер Фридман. Мистер Фридман. Запомнили? Друзья TestUdent, Ман Уитни, Чи квадрат, Фишер. Для ANOVA, Крускал Велес. Для зависимых переменных, зависимые друзья TestUdent. Вилкоксон для количественных, Макнемар, который уже ничего не считает, и единственным зависимым другом ANOVA является Фридман. На самом деле, конечно, там все не так, но уж простите меня, я просто не знаю, как еще помочь студентам запомнить все это дело. Здесь просто подытоживаем, да, что у TestUdent есть друзья такие, как Ман Уитни, Вилкоксон и Макнемар. Да? Притом из них Уилкоксон, да, и Макнемар, они
зависимые. Для Нова, Крускал, Веллис и Фридман. Фридман зависимый. Вилкоксон, Макнемар и Фридман – три товарища, да, которые у нас зависимы. Вилкоксон – друзья Тестюдента, Фридман – друг Ановы. Это кривые Каплана-Мейера, как я вам сказала. Значит, давайте обратимся к предыдущим слайдам. Значит, когда у нас есть сопоставление между какой-то количественной характеристикой, да, и временем. Например, это кривые выживаемости Каплана-Мейера. Вот, пожалуйста, так они выглядят. То есть, когда вы увидите вот такую штуку, вы должны знать, что это кривая Каплана-Мейера. Что здесь происходит? Значит, мы сопоставляем, например, разные препараты. Вот эта выживаемость на одном препарате, вот эта выживаемость на другом препарате, вот эта выживаемость на третьем препарате. В целом, вы можете видеть, что здесь разница определенная есть, да? То есть, вот здесь количество пациентов, которое в итоге выживает, да, вот это вот количество пациентов, а здесь время, в течение которого они выживают. Например, мы сопоставляем разные разные схемы против рака, да, против рака, например, молочной железы. И мы говорим о том, что вот на этой схеме у нас вот здесь вот умер пациент, да, ну там через там, сколько там, 7 лет, через 7 лет у нас умер, мы потеряли пациента. Вот здесь мы потеряли через 10 лет 2 пациентов. Еще через 5 лет там мы потеряли 2 пациентов и так далее, да? То есть у вас в принципе женщины выживают лучше, да, вот на этом препарате. Это стандартная, например, схема лечения, уже утвержденная, да, и вы видите, что у вас изначально изначально умирает большее количество женщин. Значит, опасность этих кривых заключается в чем? В том, что вы можете сделать какие-то неправильные выводы. Иногда, например, мы сопоставляем хирургическое лечение против химиотерапии. И у нас получается, что вот здесь изначально у нас серьезное падение. Ну, то есть в самом начале серьезное падение. То есть умерло большее количество людей. Но потом эта кривая идет вот так вот, да, то есть она более-менее ровная. А прямая, как при консервативном лечении, например, или при химиотерапии, которую мы там применяем, она, допустим, сначала так не падает, но она падает. И таким образом можно сделать неправильный вывод, что хирургическое лечение, да, нам сразу дает вот это вот большое количество смертей, и нам сложно оценить и сопоставить его с выживаемостью на фоне консервативного лечения. Мы считаем, нам может показаться, что оно хуже. Но на самом деле хирургическое лечение изначально дает большую смертность. Почему? Это все-таки вмешательство. И некоторые пациенты погибнут именно на фоне операции, да, то есть на фоне того, что им вскрывают полость, им могут что-то не то задеть, они могут просто не выдержать каких-то препаратов, у них может развиться аллергическая реакция на какой-то препарат, или же, может быть, это пожилые пациенты, и им в принципе тяжелее переносить все эти хирургические вмешательства. И изначально мы понесем большие потери, но в целом хирургия будет показывать себя лучше. То есть мы, например, удалили какую-то там, например, опухоль, да, мы удалили, и дальше все те, кто выжили после операции и постоперационном периоде, они будут жить долго и счастливо. А те, кто находится на консервативном лечении, изначально они не погибают, но они будут погибать постепенно на протяжении, да, там, всего этого периода. То есть в итоге через 10 лет мы можем, ну здесь как бы другая ситуация, да, поэтому здесь период, там, не знаю, 40 лет, наверное, но мы можем посмотреть и оказаться, что через 10 лет при консервативном лечении у нас не осталось живых никого, да? А при хирургическом лечении у нас осталось, например, там 50% выживших, да? То есть у нас 50% все-таки мы через 10 лет они продолжают жить. И поэтому здесь
возможно, что у вас могут быть какие-то проблемы с сопоставлением этих графиков. Конечно, когда один график идет вот так, а второй с ним фактически переплетается постоянно, то вы тогда говорите, что разницы между препаратами нет, или разницы между методами лечения нет. Да? И еще один момент, это встречается в форме вопросов, не в форме кривых. Значит, вас могут спросить, что является правдой, какое, например, какое утверждение верно для характеристики кривых Каплан-Мейер. И вы должны сказать такую вещь, что если на момент окончания наблюдения пациент жив, его включают в исследование. Его включают в исследование. То есть вот, там есть такой момент, это просто нужно запомнить. Да? То есть вот, всех их включают, даже если он ушел из исследования, переехал, и мы не можем его наблюдать. Так, и кривая отображает кумулятивную вероятность выживаемости. Это тоже, вот эту вот просто формулировку нужно запомнить. Кумулятивная вероятность выживания. Что значит кумулятивная? Ну, то есть вот мы складываем продолжительность жизни всех пациентов. Вот это вот имеется в виду, что кумулятивная, общая. Да? Вернемся к гипотезам. Значит, гипотезам и нужно помнить критерий P. Значит, чем меньше критерий P, тем больше шанс отвергнуть нулевую гипотезу. Если P у нас меньше 0,05, то тогда нулевая гипотеза отвергается. То есть мы говорим о том, что есть различия значимые статистические между препаратами или между двумя группами пациентов. Это не важно. Если у нас P в итоге, вам это могут давать в виде таблиц, вам это могут давать в виде текста. Обращайте всегда внимание на вот этот вот показатель. Вам очень важно сказать, что вот если P меньше 0,05, тогда нулевая отвергается, а это, собственно, и является целью вашего исследования. Отвергнуть нулевую гипотезу, сказать, что препарат работает, да, доказать его работу. Значит, если P более 0,5, то тогда нулевая гипотеза не отвергается, то есть различия между группами незначимы на 5% уровне. И еще один момент, который встречается в экзаменационных вопросах, это так называемые ошибки при проверке гипотез. Если вы слышали когда-нибудь ошибка первого рода или ошибка второго рода, или еще их называют альфа и бета, то это вот мы сейчас об этом. Опять же, раскрывать мы сильно не будем, просто немножечко пробежимся. Значит, допустим, что H1 это так называемая, да, альтернативная гипотеза. Новый препарат увеличивает 5-летнюю выживаемость при раке груди. Тогда нулевая гипотеза, препарат не увеличивает выживаемость. Это наши две гипотезы, нулевая и альтернативная. И дальше мы по результату исследования должны либо принять альтернативную и отвергнуть нулевую. Либо наоборот, то есть если мы не найдем разницы между лечением, мы тогда не можем отвергнуть нулевую гипотезу. А вот эта табличка, ее нужно запомнить чисто зрительно. Значит, посмотрите, что у нас здесь. Если нулевая гипотеза верна, то есть препарат не работает, то ошибкой первого рода будет отвергнуть эту нулевую гипотезу. Это будет ошибка первого рода. Запомните просто, да, что ошибка первого рода равно сказать, что мой препарат работает, тогда, когда он на самом деле не работает. Это еще так называемая ошибка альфа. Да, то есть такой альфа-самец, которому все равно, он создал препарат, и он считает, что этот препарат работает, и между группами есть различия. А на самом деле он не работает. Если же мы все-таки примем нулевую гипотезу, да, то есть что наш препарат ничего не увеличивает, не работает, то тогда мы не совершаем ошибки. Значит, если же нулевая гипотеза ошибочна, означает, что препарат все-таки работает, да, то есть препарат увеличивает выживаемость.
Если мы тогда отвергаем эту нулевую гипотезу, тогда у нас получается, что ошибки в исследовании нет. Если же мы все такие сомнительные, все такие беспокоимся и не принимаем, значит, я не буду сейчас вдаваться в подробности, как совершаются ошибки эти ошибки. Вот, я вам просто предлагаю мнемоники. Это так называемая ошибка второго рода. Ошибка второго рода или бета. Значит, когда у нас на самом деле препарат работает, а мы говорим, ой, нет, наверное, он не работает. Все, мы сомневаемся, да, то есть мы бета. Итак, альфа-самец создал препарат и сказал, что он работает, в то время как он не работает, да, это ошибка первого рода. И бета — это такой вечно сомневающийся, который вот, значит, вот он его создал, он у него работает, а он все еще продолжает сомневаться, и вместо того, чтобы сказать, что он работает, он говорит, что он не работает. Угу. Альфа-бета. Здесь немножко подробнее про эти ошибки. Значит, когда мы осуществляем критериальную проверку гипотезы, то пытаемся понять, можем ли мы отвергнуть нулевую гипотезу, но возможно совершить ошибку по причине неполной информации. Значит, ошибка альфа или тип 1 – это когда мы отвергаем нулевую гипотезу, когда она верна. То есть эффекта нет, а мы делаем вывод, что эффект есть. Альфа-самец такой типичный, да? То есть альфа – это максимальная вероятность совершить ошибку этого рода. Альфа – это уровень значимости критерия. И помните, я вам сказала про P, причем обратите внимание, P маленькая. Вот, кстати, переведенный учебник, вот этот вот по медицинской статистике, есть у него огрех, значит, они не делают разницы между P малое и P большое. P малое и P большое, они все-таки должны разделяться. Значит, у нас P, вот этот вот критерий P, он должен быть меньше альфа. То есть P большое, меньше уровня значимости, тогда мы отвергаем нулевую гипотезу. То есть P малое должно быть менее, да, мы берем P малое, менее 0,05. Угу. Чаще всего, вот, кстати, альфа задаете вы, когда вы начинаете исследование, да, то есть, и чаще всего, конечно, значение это условно задают 0,05. Угу. То есть вероятность совершить ошибку у нас будет составлять всего 5%, потому что P равное, точнее, менее 0,05, это как раз и есть эти 5%. Вероятность совершить ошибку у нас будет составлять всего 5%. И другая ситуация, это ошибка бета, когда мы не отвергаем нулевую гипотезу, такой сомневающийся бета, когда она ложна. Да, нулевая гипотеза, она нам, я напомню, говорит, что препарат не работает, разницы между группами нет. Значит, сомневающийся бета сомневается в своих результатах, сомневается в своем успехе. Значит, бета – это шанс допустить ошибку второго рода. Вот эта штука, единица минус бета, в статистике называется мощностью критерия. То есть вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда она ложна. Шанс в процентах обнаружить статистически значимый эффект лечения в выборке. И мы начинаем исследование тогда, когда у нас все-таки бета, вот эта вот мощность этого критерия составляет порядка 80%. Это все нужно запоминать. Все, что красным цветом, нужно запоминать. Угу. Альфа-самец, бета-сомневающийся. Альфа должно быть порядка 5%. Бета имеет смысл только если у нас мощность составляет более 80%. Да? Исследование имеет смысл, когда есть хороший шанс обнаружить эффект препарата. С чем взаимосвязана мощность критерия? Я напомню, мощность критерия – это единица минус бета. Да? Мощность критерия. С чем она взаимосвязана? Она взаимосвязана с размером выборки. Чем больше выборка, тем больше мощность критерия. Она связана с вариабельностью наблюдений. Чем ниже вариабельность, тем больше мощность. Это встречается в экзаменах. И, наконец, с уровнем значимости. Чем меньше альфа, тем больше бета.